помню, как памятный вечер. В 41-м, когда всех призвали в ряды советской армии, мой прадед работал на заводе имени Сталина. Сейчас это Бобруйский машиностроительный. Днем Иосиф Иосифович Горунович трудился в поте лица, а по ночам доставлял еду в партизанский отряд. Бабушка до сих пор помнит слова отца. Уходя, он сказал: «Я вернусь с победой». Но письма практически не приходили. А в 45-м все же пришло. Строки в конверте гласили: «Погиб при взятии Берлина». Убитая горем семья не находила себе места. Трое малышей остались без отца, а жена без любящего мужа. Через 3 месяца в дверь раздался стук. Это был прадед. В руках держал медаль за взятие Берлина. Иосиф Иосифович прожил долгую жизнь. Его не стало в 1992. До 90 лет он гордился лишь одним фрагментом из памяти, когда 3 советских солдата установили флаг на крыше Рейхстага у него на глазах. Я помню. Беларусь помнит. Начинит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.